С Романом Олеговичем мы познакомились в прошлом году, когда нашу страну посетил такой чудесный поляк, который спасает наши памятники от разрушения в Польше. Многие из них восстановил, и мы вместе были в мастерской Романа Олеговича. Он не просто скульптор, он соратник. Потому что вот этот вот памятник воинам сопротивления Кракова и русским саперам мы обсудили как раз год назад, когда были вместе с Ежетысом и с Марией Захаровой. Да, мы обсудили и стали в образах стали воплощаться вот эти удивительные персонажи из фильма «Майор Вихрь». И мы показали нашим польским друзьям, а Ежетыс приехал не один со своей командой, что для России, что для нашего народа означают эти памятники. А это наша жизнь. То есть то, как каждый день люди эти видят памятники в России, как они о них заботятся, и насколько это важно для наших людей, настолько же это важно для нас, как тема сохранения исторической памяти в странах Восточной Европы. Вам за ваш скульптурный труд «Бессмертный полк» дарит вашу библиотеку. Спасибо большое. Эту коллекцию. Это ценная вещь. Да, спасибо большое. Я надеюсь, что в ближайшее время все перечитать.